это подкаст. Призыв расследовать преследование ЛГБТ-людей в Чечне. Продление ареста похищенных братьев-чеченцев. Пытки главы штаба Навального. Спецоперация в Ингушетии. Отравление в Дагестане и ДТП Чимаева. Об этом в новом выпуске подкаста «Кавказ Реалии». Новости этой недели вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! 29 стран напомнили властям России о международных рекомендациях расследовать преследование людей из ЛГБТ-сообщества в Чечне. Доклад об этом был опубликован на сайте правительства Люксембурга. Речь идет о выводах, которые в декабре 2018 года сделал эксперт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он нашел очевидные доказательства последовательных чисток, направленных против ЛГБТ-людей в Чечне, наряду с другими многочисленными нарушениями прав человека в республике. Согласно его заключению, представители ЛГБТ-сообщества в Чечне являются жертвами систематических издевательств, арестов, пыток, похищений и внесудебных казней. В докладе отмечается, что за 2 года от российских властей не последовало никакой конструктивной реакции на результаты наблюдения эксперта. Между тем, появляются новые сообщения о серьезных нарушениях прав человека в Чечне, в особенности о систематических арестах и пытках ЛГБТ-людей и критиков республиканской власти. На фоне этих призывов Верховный суд Чечни посчитал законным продление ареста модераторам оппозиционного чеченского телеграм-канала. Это 18-летний Исмаил Исаев и 20-летний Салих Магомадов. Их обвиняют в пособничестве боевикам. Напомню, в июле 2020 года российская ЛГБТ-сеть помогла братьям Исаеву и Магомадову перебраться в Нижний Новгород. Подростки намеревались покинуть Россию, но не успели. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно, а позже они нашлись в следственном изоляторе в Чечне. Молодых людей обвинили в помощи террористам и арестовали. Правозащитники связывают преследование братьев с их сексуальной ориентацией. И самим правозащитникам в Чечне нередко поступают угрозы. Например, в 2019 году глава республики Рамзан Кадыров на чеченском языке призывал остановить тех, кто публикует сведения о нарушениях прав человека в Чечне, а также критиков региональных властей в соцсетях. Глава российского региона заявил, что их нужно убивать, сажать за решетку и делать еще что угодно. На этой неделе суд в Грозном не нашел нарушений в действиях следователя, который отказался возбуждать уголовное дело против Кадырова из-за этих угроз. По словам присутствовавшего на процессе адвоката, следователь смотрел видеозапись того выступления Кадырова, но заявил, что не понимает, о чем речь, сославшись на незнание чеченского языка. Координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина сообщила, что ее похитили и пытали неизвестные. Активистка написала в Твиттере, что ее доставили в поселок Широчанка в Ейском районе Краснодарского края, и там подвергли пыткам. По словам Середкиной, ее заставляли глотать резиновую дубинку, а на каждый отказ делали засечку на руке. Активистка уточнила, в похищении и пытках не участвовали полицейские, но позже сотрудники полиции увезли ее в отделение в наручниках. Полиция Краснодарского края, в свою очередь, сообщила, что не задерживала Середкину. Нашему подкасту Ксения Середкина рассказала о том, что с ней произошло. Я сидела, двое мужчин сидели впереди, двое мужчин сидели сзади, я сидела посередине. В какой-то момент мы остановились. Вот мужчина, который сидел со мной справа, показал мне дубинку. Обычная резиновая дубинка, калибра не знаю, длину не замеряла. И сказал такую вещь: видишь дубинку? Я говорю: да, вижу, очевидно. И что он мне сказал? Ну, сейчас ты будешь ее глотать. Прокуратура Москвы приняла решение приостановить работу штабов оппозиционера Алексея Навального в России до рассмотрения иска о признании их деятельности экстремистской Московским городским судом. На юге страны решение прокуратуры коснется штабов Навального в Краснодаре, Махачкале и Ростове-на-Дону. 29 апреля соратник Навального Леонид Волков сообщил о закрытии региональных штабов политика. По его словам, сохранение работы штабов в нынешнем виде невозможно, так как оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, сотрудничает с ними или хочет им помогать. Студия подкастов «Радио Свобода».
В Ингушетии на окраине Назрани силовики застрелили водителя автомобиля Toyota Camry. По предварительной информации, убитый – это находившийся в федеральном розыске житель села Кантышево по фамилии Кадзоев. По официальной версии, он первым начал стрелять по полицейским и был убит ответным огнем. Перестрелка произошла на дороге, проходящей по административной границе Ингушетии и Северной Осетии. Напомню, в марте этого года директор ФСБ Александр Бортников заявлял о ликвидации всех основных очагов террористической активности и всех банд-главарей на Северном Кавказе. В Рио главы Дагестана Сергей Меликов обвинил в отравлениях водой столетний канал и самих жителей республики. Такое заявление Меликов сделал во время прямой линии 28 апреля. У нас есть сегодня определенные проекты, мы их сейчас согласовываем. Значит, сегодня мы ищем наиболее оптимальные пути выхода из этой ситуации. Напомню, 2021 год в Дагестане начался с массового отравления питьевой водой в Буйнакске. Тогда за медицинской помощью обратились 359 человек, подавляющее большинство из них – школьники. В городской воде нашли возбудитель дизентерии. Затем в феврале в селе Арани Хунзахского района республики в больницу с острой кишечной инфекцией попали 89 человек. В Каспийске в этом же месяце водой отравились 29 жителей. А в марте массовые отравления произошли в Махачкале и Гергебельском районе республики. По словам Меликова, проблема в том, что основным источником водоснабжения Махачкалы и Каспийска стал канал имени Октябрьской революции. Ему скоро будет уже 100 лет. Он создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, а сегодня и дает воду, и принимает на себя ливневки и канализационные стоки. В отравлениях Меликов обвинил и владельцев частных домов, которые сбрасывают в канал сточные воды. В качестве решения вопроса чиновник указал на необходимость улучшить схему водоснабжения. Пока не ясно, сколько на это потребуется денег и откуда республика будет их брать. Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев разбил автомобиль, подаренный ему главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Чимаев попал в ДТП в Грозном и серьезно повредил свой Mercedes-Benz. В соцсетях появились кадры с разбитой машиной Чимаева. На них видно, что боец врезался в трубу. Видео с места ДТП в Instagram выложил и сам Чимаев. А спустя два дня чеченский боец UFC показал подписчикам свой новый Mercedes. После инцидента с автомобилем Чимаев опять попал в новости. На этот раз его заметили за прослушиванием песен барда Тимура Муцураева, многие композиции которого запрещены в России как экстремистские. Видео, на которых Чимаев, сидя за рулем, слушая чеченского певца, боец опубликовал в сторис. Внимание на это обратил чеченский оппозиционный телеграм-канал «Адат». В машине бойца UFC играют песни «Грозный, ты держал врага» и «Иерусалим». Последняя внесена в федеральный список экстремистских материалов. Поэтому мы не можем вам ее включить. Напомню предысторию того, как Чимаев оказался в Чечне. До этого года боец жил в Швеции, куда еще в детстве переехал вместе с семьей. Выступая в UFC, он установил рекорд чемпионата, одержав 3 досрочные победы за 66 дней. В прошлом году Чимаев приезжал в Грозный. Там он встречался с главой республики Рамзаном Кадыровым и фотографировался в форме местных силовиков, держа в руках автомат. За ту поездку европейские правозащитники раскритиковали Чимаева. Ему напомнили, что Кадыров несет прямую ответственность за нарушение прав человека в регионе, начиная от преследования представителей ЛГБТ-сообщества и заканчивая убийствами и пытками. По мнению представителя Amnesty International, участие других спортсменов в боях с Чимаевым теперь может подорвать их репутацию. После этого скандала боец заявил о завершении карьеры по состоянию здоровья. Но в начале марта Кадыров на частном самолете вывез Чимаева из Швеции, объявив при этом, что он все же продолжит участвовать в боях, но уже как боец клуба «Ахмат». Чечня оказалась на последнем месте рейтинга по размеру сбережений населения. По данным РИА Новости, в республике на одного человека приходится 11 800 рублей сбережений. Кстати, вторая и третья позиция с конца у Ингушетии, там сбережений 12 000 на человека, и у Дагестана 26 400 рублей на человека. Чеченским чиновникам пришлось объяснять, откуда взялись эти цифры. Министр финансов республики Султан Тагаев заявил, у местных жителей неплохое благосостояние, просто они якобы не привыкли хранить деньги в банках.
Кстати, в марте этого года Чечня оказалась на последнем месте рейтинга по размеру зарплаты в малых и средних населенных пунктах, а ранее очутилась в конце рейтинга вовлеченности жителей в малый и средний бизнес. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Ставьте нам, пожалуйста, хорошие оценки на подкастных площадках. Это поможет узнать о нас большему числу людей. С вами была я, Катя Филиппович. До встречи в следующую пятницу. Связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.